В магазин как на работу. Ходят в эти дни сотрудники Управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Чебоксар. Пиротехнические изделия едва ли не самый востребованный товар, но продавать его можно только с соблюдением ряда правил. За этим в Чебоксарах следят очень строго. Ассортимент в торговых точках, реализующих пиротехнику, огромный. Если несколько лет назад мы как-то обходились китайскими петардами, то сегодня можно всю новогоднюю ночь запускать фейерверки, ракеты, салюты, фонтаны и вулканы, которые, в свою очередь, делятся на наземные, воздушные, водные. В общем, изделия разные, а советы практически одинаковые. Никогда не покупайте пиротехнические изделия с рук. Выберите магазин или торговую точку, где официально разрешена реализация этого товара. Я, как покупатель, должна посмотреть целостность данной упаковки. Вот смотрите, со всех сторон данная упаковка, она цельная. Значит, никаких вмятин нету. А если будут какая-либо вмятина или разводы, значит, водяные, да, в том случае данный продукт нельзя покупать. И, конечно, нельзя запускать такой продукт. Все пиротехнические изделия должны сопровождаться инструкцией на русском языке, либо на самой упаковке, либо приложенной. И, внимание! Обратить внимание на класс опасности, чтобы он не превышал третий. Кроме того, на инструкции указан радиус опасной зоны. Это радиус, на расстоянии которого от изделия во время его работы не должно находиться деревьев, строений, людей и прочих опасных объектов. Дальше там, соответственно, должна быть инструкция по утилизации, производитель и импортер данных изделий, так как они зачастую заводятся из-за границы. А площадка должна быть твердой, то есть если это снег, то, соответственно, обязательно надо подготовить, утрамбовать снег перед ним на этой площадке. Затем установить изделие горизонтально, строго горизонтально, и со всех сторон укрепить его дополнительно снегом. Не менее 2/3 высоты, то есть проверить на устойчивость. После этого только освобождать фитиль, поджигать и незамедлительно покинуть зону опасную. Необходимо знать, при ветре более 5 метров в секунду запускать пиротехнику категорически запрещено. Не продают такие изделия и гражданам моложе 16 лет. Причем в некоторых случаях производитель устанавливает возрастной ценз 18+. Администрация города Чебоксары для запуска пиротехники в этом году определила 55 специальных площадок во всех микрорайонах столицы. Их перечень можно найти на сайте. И помните, береженого Бог бережет.